Друзья, здравствуйте. С вами Дмитрий, Аквамикс. Надо же, какие люди. Находимся сейчас в цоколе бассейна. В общем, предыстория. Так как я, например, и наша организация относимся тщательно к тому, что делаем, то многие люди упрекают нас в том, что мы разводим клиента на деньги. Дерут с трудящихся в три дорого. Утепляя холодную воду. Мол, отопление утеплять надо, как бы теплопотери. Горячую воду иногда надо утеплять. Ну, зачем она же горячая? А вот холодную реально похороненные в теплоизоляцию деньги. Ребята, для того, чтобы не было того, что здесь есть сейчас, давайте посмотрим. Холодную воду надо утеплять всегда. Итак, давайте разбираться по порядку. Холодное водоснабжение, находясь во влажном, более-менее сыром помещении и теплом, труба имеет конфликт температур. Труба холодная, помещение теплое, выпадает роса. Причем росы выпадает столько, что можно пускать кораблики. Видели, сколько воды? Нормально, да? Нам, между прочим, здесь сейчас работать. Но благодаря тому, что этот цоколь собирали хорошие люди, предусмотрен насос аварийного опорожнения. Ну, вдруг где-то что-то потечет. А насосик у нас, вот он. Как видим, если снять решетку, которая задерживает крупную фракцию. Вот. Сейчас он сможет высушить воду, выпить чуть ли не в ноль. Сымитируем запуск насоса. Здесь концевичок. Если он стоит в приямке, вода набегает. Поплавок поднимается, срабатывает концевик, включается насос. И насос, между прочим, шикарный, тихий. Развоздушился клапанок, и все. По насосу слегка поможет. Ну, заодно заработаем денег на влажной уборке помещения. Это аварийный сброс, когда он завоздушивается, чтобы самого себя не спалить. Значит, открывается клапан, переливается вода для того, чтобы остудить мотор. Как видим, закончили растительные работы. Сделали себе нормальную площадку для монтажа теплоизолирующих кожухов на холодное водоснабжение. Одевать будем нормальную теплоизоляцию, не чулки. Можно, в принципе, взять, не заморачиваясь, и просто-напросто одеть теплоизоляцию на трубу в пристегнутом к стене состоянии и проклеить стык скотчем. Но так как влажно у нас все-таки помещение, то скотч свои адгезионные свойства потеряет со временем и просто-напросто отвалится. И мы что будем иметь? Опять же точку росы. Поэтому не ленимся и одеваем теплоизоляцию целиком. Для этого трубу, конечно же, приходится с крепления снять. Это кусок работы, достаточно трудоемко. Поэтому у меня снова вопрос. Так ли нужно сэкономить на теплоизоляции сразу при монтаже? Теплоизоляция одевается целиком до крепления, и последующее крепление просто-напросто немножко с натягом при проворачивании себя режется. Ножик обязательно нужно ставить при этой операции вот так и просто вращая теплоизоляцию срезать. Будем срезать по-другому, деформируем трубу, гарантированно.